Я вижу тебя. Что? Ты меня за ногу тащишь? Куда? Куда? Я пока что не понимаю. Подожди, да стой! Ты мне ногу оторвал. Вообще-то, а, ну да. Ежи ты меня моей ногой бьешь. Да, бил. Да стой! А-а-а, помогите! Ты меня держишь теперь. Да. Эта дверь. Тебе нужно взять лопату или еще что-то, короче, чтобы. А, вот она, вот она, вот она, весло. Сломать эту дверь. А, взял. Теперь ломай эту дверь. Нет, нету. А. Добей меня. Да. Я путаюсь в управлении, подожди, стой. Еще серьезно, как раз целый. Да. И чё ты не умираешь? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. А как присесть? Прыгать, тряпичная кукла? А, ой, это не то, что я хотел. Тряпичная кукла — это притвориться мертвым, типа. А пробел — встать. А, так. Не, моя можно не хватать. Так и не. Умер? Нет, ты по мне не попадаешь. Как подсказки управления вывести? О, попал. Почти. Хорош. Я у тебя головы живу. Нет? Да, но я катаюсь. Да добей ты уже меня. У меня прям кропалечечка здоровья осталась. Ты резнулся целым, кстати. Да, я на IQ нажал. Q? На IQ? Ой, на X, на X, на X. А, чуть-чуть, блядь, раньше не сказал. Мой позвоночник. Да хватит. Да не нажимай, не нажимай на дверь. Острый предмет. Да что ты меня лупишь? Я тебя не тронул. Вот теперь пизданул. Да что ты делаешь? Висишь. Острый предмет написано, друзья. Ничего. Чё ты, блядь, возьми че... О, блядь, лопата. А видно, топорик должен быть. Ключа не вижу. Холодильник открываешь, о. О, краба возьми. Как выбросить? Да хватит! На Q и на E так же на что играл. На тебя пощечина. А что там? Там что-то есть. Я держу. Иди забирай, что там есть. Банан. Дубль два. Куда его, правильно? Сам доставай, раз такой умный. Меня-то не держи.
Стой, у меня план, бутылку вытащить надо. Надо краба быстро вернуть. Достал. Разбить бутылку, наверное, надо. Пить. А, он... Яд выпил. Я тоже сгорел. Держи дверь. О, что я взял? Как потушиться? Не знаю. На какую кнопку? О! Че? F зажми. Да, это знает, насмешка. А, троллить? Да. Тряпичная кукла. Голосовать за мини-игру. О, не, не надо голосовать за мини-игру. А, что за мини-игра? А, карту поменять, типа. О, ключ нашел. Где? Тумбочку. О, открывай. Вот, открывай. А, ну, наверное, открыл. Рундук. А, понял, блядь. Ты решил таким путем пойти. А, или это... А, это оно само? Да, походу. Синяя команда, красная команда. Бой на смерть. Получайте очки за убийство группы. Так, настройка команды, условия победы, убийства. А сколько убийств? 5? Кто выбирает? Ну, я. Ладно, текст. Ой, ты сам умер. Я не знал, что это так работает. Ты выжил? Ты умер? Да. Надеюсь, ты не за мной бежишь. Я не знаю, где ты. Я знаю, где ты. Вижу. Этот немножко застрял. Ох ты ж, чего меня так откинуло? Да, кекры лучше не подходи. Здорово. Здорово. О, привет, Серёг. Нет. Вы выбили. Да. Подожди, Серёг. Смешная штука. А у Серёги есть? Да, вроде. Я ж, по-моему, брал тебе эту игру. А чё, я не знаю, что она за название. Я тебя скинул. Я не смотрел, что в DC. Просто сдохни. А, да. Да, Че ж ты так орёшь-то? Ну, вон, быстро так бегает.
О, что это? Ты где? Я не знаю. Кукусики. Ку-ку, мой маленький. О. Я безоружен! Я безоружен! Просто проебался, да? Да не дам я тебе. Ой, что это? О, прикол. Это прыжок. Нифига, у тебя ракетница? Нет, это не ракетница, это этот. Да, будь здоров, спасибо. Ну, ебать, я выжил кое-как. Будь здоров. Да, блядь, не за что. Обращайся, я помер. Чего меня возродило? А потому что я помер, раунд закончился. А, это так работает? Ну да, когда ты помирал тоже. Я думал, здесь как бы все одна сессия, типа. Нет. Как она еще раз называется? Шпейс? Да просто сдохни. Already, вот дай. Just the already, да? Да. Да. Не знаю, что пойду. Такое. Корну перекушу. Вентилятор улетел. Живой колобок еще. А, пон. Чупон. Ты что, ты уже разбиваешь? Я даже не заметил. На чем ты? Что ты было? Рукой примагнитил? Я тебя не примагнитил, я тебя наоборот оттолкнул. Нет, тут надо побольше людей, чтобы, ну, долго по карте бегаешь. Ищешь в поисках других. У меня миллионер. Там карта, блядь. О, блядь, оказывается, по трубе нельзя ходить.
Как это? Я же бегал по ней. Ну вот нельзя, она на каком-то уровне тебя прям нахуй шлет. Выталкивает? Она нет, она прозрачная просто. А. Ой, я не понял. Только попробуй ко мне подойди. А ты где? Слева сверху написано, кстати. Че слева сверху написано? Сколько метров? Да. Только попробуй ко мне подойди. Я не понимаю, где это ты. Да. На первом этаже, на втором? На в самом низу по трубе спустись по розовой, наверное. По розовой трубе. Только суйся сюда. Подожди, я хочу это увидеть, где ты? Да где ты? По розовой трубе, второй и третий можешь сюда спуститься. Я вот в третий спустился, я на втором этаже. А, ну я еще ниже, значит. Как это там, вентилятор? Так, я просто боюсь, что если я... Я упал, все. Не, я хочу еще раз туда попасть. О, а меня сюда и закинуло, кстати. Охуя себе. Ебать, а как так-то, блядь? Что за прикол? А, в одну сторону работает, понял. А, первая, все понял. Еще на вентиляторе ты там держался, да, как-то? Не, ну, да, вроде того. Понял. Че ты был? Ебать. Ты меня базуку что пустил? Своего рода да. Ай! Нет! 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 А чем ты меня? Душнилый. Да, да. Которая дудка? Да. Она урон наносит? О, я... Да. Просто ее долго держать надо. Вон. Он. Я сваливаю. Я видел тебя, ты еще стреляешься. Чем? Я щитком отбил твою атаку. Ты в итоге сам себя убил. Так можно? Ну, как видишь. Я сам не знал. Хочешь полетать? Иди сюда. Стой, не стреляй. Иди сюда. Вот, иди сюда. А, пердёжница у меня была такая. Пердёжница. Иди забирай. Не хочу. Я тебя бить бегу. Ух ты ж, шучара. К
хвост на тебе поднял, да? Подождите. Минуту. Ты по C4 попал, прикинь? Который там лежал? Да, который подобрать типа ну, можно было. А ты взорвал ее тоже. Блин, а три команды нельзя здесь, да? Да хрен его знает, может. О, я кого-то вижу. Ты все пособирал за страницу. Че это было? Ты че швырнул? Бабахалка. Волшебную палочку, что ли? Да. Давай на топорах. Давай. Ой. Пока. Ты ж сука. Ну, это правда, пока. Да я не добежал даже. Да. Чё это такое? Что это? Где? А, понял. Чё, где? А нихера. Я понял, про что ты. Про что? Труба прозрачная. Да, да. То есть нет ее, по сути. Мюллер, это плохо. Мюллер, это плохо. Это очень плохо. Куда его? Да, повезло тебе. Я с перепугу. Почему ты подумал? Угу. Хим сейчас раз засранится. Нечестно. Сразу хилки был. Не знаю, что это такое. Да, ты чё?
достал. Что это за хрень? У меня тут только сабелька. Хорошо вертишься, крутишься. Отставят меня! Ах ты ж! Мантиль замок. Сам выкинул банан, сам на нем подскользнулся. А, они одноразовые. Кто? Блин. Бомба-то? Перекены. Чё? Маньякич. Ты меня стал. Раскромсаю, тварь, нахуй! Ебать, что это было? Как ты вообще? Чем ты меня так... Чего у тебя было? Сабля обычная. Нифига, не сабля так откидывает, слышишь? Эй! Эй! Что? Эй! Ну что, голосуй? Я не знаю, где. Ты в 1900 метров от меня, уже двух в тысячу. Куда? А, центр города, песочница. Угу. Теперь ты знаешь, где ключ. Опять ключ. Какая-то хрень с квестами, я не хочу хрень с квестами. Не хочешь? Так давай выйдем там, пизды дадим. Нам нужно хрень с квестами выполнить, и будет тебе счастье. А чё там? Город. Ничего не помню. Что ты делаешь? Иди открывай. Ого, что с рыбами? Ой-ой-ой! А! Это пираньи там. А, вон. А где? Ой-ой-ой. Ты нашел. Посмотри на меня. Ой, динамит нужен. Понял. Я не знал, что он так работает. Топор там профукали где-то. Топор сквозь текстуру ушел. Топор валялся в сундуке. Блять.
тебе так нравится пиранья? Нет, меня туда закинуло. Как? Кровати. Есть. Я прошел. Надо что-то сделать здесь. Он говорит, ну, троллить. Нам нужно сделать так, чтобы нас выгнали. Нельзя так делать! Да ладно, ничего страшного же, можно. Солнышко, я тебе ножку повредила. Ты что ты делаешь? Я? Я ничего не делаю. А ты с чем? Тоже с чем-то сделал? Вилка. Есть подозрение, что неписи неуязвимы. Ну, какие-то, да, с кем говорить. А эти возрождаются прям быстро. О, она уже бесится. Где ты видишь? Ну, ты попробуй мне F понажимай. Я нажимал. Перед ней. Перед ней, вот. Видал, что он творит? Вот как значит. А, понял. Смешная штука. Да ну дурацкая хрень какая-то. Чем мы занимаемся? Хорош, панику, ханали пытаемся навести. Она мне ляпу содала. Да, ну пизды, да, это я тебе говорю. Как отсюда уйти? Я взял лут и вышел, бэйби тэпи, а шишел-мышел. Вот, прекрати хулиганить, или я вас выброшу на улицу.
Вон отсюда, есть. Мы добились этого хаоса. А я хотел деда закинуть к этим пираньям. Хорошая идея. Покатились. Бомжа вижу. Ой, откуда? Это наверх, прикол. О, надо эту пушку найти. Я в мусорке. О, нам ключ нужно будет. Я музычку тащу. Брейкдансер. Подойдешь сюда? Тут граф говорится. X нажми, зарядись нормально. Я в мусорке. Да. Чем билеты нужны? Зачем? Ай. Не знаю. Да. Что-то взорвалось. Надо поехать. О, магазинчик. Да ладно, здесь все есть. Да, здесь две лошадки, дубинки, пистолеты. Видишь, это все, да? О, рычаг какой-то. Что поменялось? Ты с оружием забрать не будешь в магазин? Знаю. Ой, сорян, к тебе попал. О! Смотри, где. Где ты? Наверх посмотри. Наверх. А, ты там оказался. А вот подойди на эту трубу, видишь, там воздух типа падает. Какая? А, вижу. Ой, что там? Что ты меня так пиздит? Электрический. А, понял прикол, что это. Если старость, то только такая. Угу.
Это чем-то напоминает... Здесь две маски. Здесь две маски. Понял прикол? Секретные типа. Одна из них от... От ОС. Я нашел билет фиолетовый. Зачем он нужен, не знаю. Нашел взрывчатку. Как это вообще? Уверен. Полицейский по щам ударил. Ой, я на провода встал, меня выкинуло. Да, и током бьет еще. Да, стой. Да. Стой, где стоишь. Стой. С4? Ой. Вот, билет нашел в туалете. Ой, тут качок писает. А, он не писает, он просто глушом стоит. Ой, он голый совсем. Что такое, кэш? Он мыло уронил. Мог бы помочь ему. Ого, 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 меня подкинуло. Я вижу сундук. Нам туда надо. Показывай, ты где? Ты меня подкинул просто как раз вот. Я вот пытаюсь забраться. А, вижу. Нет, нет, нет. Ты попал туда? Нет. Подожди. А, понял. А как брать, вот я не понял, предметики все как взять? Ну, на Е, на Ке. Ты где? Стой на месте. Стою на месте. Ой. Ты видал, что у меня за пушка? Ты вообще видел, что за пушка? Класс. Она еще так отталкивается. Ой. Ой. Ну ладно, пистолет хочешь забери. Прямо дорога валяется. Я поползу наверх. За что? Я ничего тебе не делал. В смысле, за что? А, нет.
Чего, один на один? Да нет, просто в городе. Я ждем. Хуйню парень, да. Ну давайте. А дальше я не знаю, что делать. А, вот сюда. Подожди, не толкайся. Давай, прыгай ты первый. А, туда не так. Нет, вот я же говорю, на железяку слева. По балку, по балку. Да, я тебе так и сказал. Сейчас, да, я развернусь. Так, и что дальше? Я родился. Нет, блин, в самое начало. Прикол стрелять. Ты тоже упал? Да, я не понял, куда дальше. Приглашение Сереги отправил. Да, сейчас я пытаюсь. Да. Не сразу наиск... А. А он в доме еще, наверное, да? Да, сбежать из дома престарелых надо. Блин, это самое нудное. Да. А, вы за два Станислава, да? А я за Вилли буду. Нет, Вилли и Станислав. В смысле, в мусорке появился? Ты чего, напрягал? А, ой, хорошо, все. Тебе не надо никуда сбегать. Этот, понял. А, вот я тебя вижу. Ну, вот один на нас. Куда дальше, я реально не понимаю. Сейчас, подожди. Вот если бы, блин, повторить то, что тогда произошло, я бы тогда сразу же попал бы туда, к сундуку. Мне кажется, здесь какой-то предмет надо, типа, взять, поставить. Мне кажется, нужны кроличьи ушки, чтобы дальше прыгать. Или выше, выше, по-моему, прыгать. А, не. Тут зацепиться можно. О, хорошо, да. Ты у края прям? Я могу за тебя зацепиться, подожди. По давай. Тебе попробую. А, давай. Нет, не смогу. Ну-ка, блядь. Ты мне только ногу оторвал. Да, сорян, а я не делал ничего. А болтус... Я вижу твою... Ты вторую ногу оторвал! Нехрен было, а болтуса меня звать. Чья плечом валяется? Сам разбирайся. Вот сам я разберусь. О, нога, я нашел твою ногу. Прикольно. Подожди, это лестница, блядь. Да, так надо прыгнуть и в прыжке зацепиться за него. Нет, в плане... Почти. Надо раскачаться на одной руке, вон как я делал, видишь? Я тоже так и думаю. Кто такой Playboy Kid 77? Юрец. А-а-а. Ох ты ж... Да, я сразу на крыше. О, билетик. О! Пиздулетики. Тут разбег нужно немножко здесь. Да я как-то напрыгивал, а там свалил. Ребята, пистолет хотите? Вам да, я хочу для начала запрыгнуть туда просто. Просто. Сейчас я скину. GDA. Раз и два скинул вам. Один на земле, другой вот. Где вы там? О, что, на нем спуститься можно сейчас? А, как Юрий, тут можно лестницу было скинуть. А, прикол. А как? Здесь замки, сейчас. Как парашюты. Там лестница висит, и на ней можно ее скинуть. Ой, тут же хвататься можно, да? Я на парашютах спускаюсь, ребят. На зонтиках. С самого конца тебе надо прыгать, Серега.
Да кто, сука, руинит? Прости, Серёг, вот сейчас я заруинил. Я просто от тебя толкнулся и головой в лестнику. Подожди, и слева проход есть. А чё у меня тут лестница среди и поможет лестницу влезть? О. Чё? Ромки. У меня подсказка высыпалась. Ну объясняй, Сусанин, как залег. Как забраться? Куда из? Где я был? Да, блядь! Как? Там подтягиваться надо на руке. Да! Сухи твари, куда вы меня позвали? Сложнее, чем Алдарин, да? Реально. Просто на крышу залезть ты можешь. Спасибо. Это просто. Нифига не просто. А чё мы вообще туда поднимаемся? Что мы там забыли? Там сундук. А, там сундук? Да забить. Как им что-нибудь потом придумаем. Ой, я башку уберу. Чё, куда идем? Я вам два пистолета скинул. Да, сейчас подойду. Чё? Сергей на парашюте, да. Видишь, откуда кровище? Видишь, откуда мне кровище клещет? Да. Сначала да. Ты посмотри, кто к тебе бежит. Опасный. Ничего лишнего. Это что за пистолет такой? Это огромный пистолет. А у тебя болты? Ну, болторез какой-то. Да. О, я хочу на этой херне покататься. Как этого мудила туда толстого? Даже я его скинуть не могу. О, С4, вот. И сдуть надо. Икс нажми, и ты заново возродишься целый. Да, не так прикольно. На одной ноге. Сундук. Смотрите, где сундук. А, вижу. Так это с зонтиком надо, сейчас, подожди, надо. Оттуда думаешь слететь? Успеешь? Я. Нет, зачем? Я вот с зонтиком вот на этой херне сейчас подлечу и спарирую туда. Эй! Ну. У меня зонтик застал в фонтане. И пистолет мой торчит. А, кстати, да, отличная идея. О! Хуя себе! Посмотри, кто за. Я на том месте бежал, Серёг. Если нажать на Q-E, то можно еще лучше взлететь, да? Нет. Это... О, я хочу эту удочку. Я хочу эту удочку. О, а чё она исчезла? Была огромная удочка, она исчезла. Ай. Я хочу подобрать пистолет, а я взлетаю. Почему? О. Тряпичная кукла. R. Троллить. F. Голосовать за мини-игру. Чего? Хрен в таблину дал. Guys, I have a problem. Какая? Комбайн под картой, а я метров на 300 меня подкинуло. Ой, да, я вижу, вот приземлился твой. Сейчас, подожди. Так, а как мне выйти? Чего? О, посмотри на меня. Черт, я это... А где... А, ну, пробел нажми. О!
Эра, это тряпичная кукла. Я знаю, я катаю. Ай, ты мне руку оторвал. О, я билетик все, вижу. Как достать его, не знаю. Садись на эти, Серег. На шпажки. Я тебя сейчас поднимать буду, да. Не получится. Почему? Встань тогда вот вперед перед ними. Вот все. Опа, говоришь, не получится. А, понял. Так, ладно, пошли по городу, пошаримся, что ли. А тачку можно сесть, тачка не гасит? Ну, в какую-то можно, вот я в эту сел. Да. Вот тут мины. А, вот, наконец-то это ничего. Чё тут тачка, у которой горит движок? Машина неуправляемая просто. Что надо делать? Потеря конечности, получить что? Тут еще и торговые стандарты. Шлепок. Получите. Отлично. Получить шлепок от Миллениума. Нормальная тема? Че тут тачки так носятся и врезаются непонятно куда? Ого, машина на сверхзвуковой скорости ездит. О, я корешей наших нашел. А чё, таки до сундука кто-нибудь добрался? Нет, конечно, мы очень высоко. Ты где, Серег? Да, меня тут... Иди сюда. Я к чуваку просто пристал. На. А, это ты кидаешь? Да. Забираю. Я-то думаю, что это мячик кидает. Забираю. Бесконечные мячики просто забираю вот так вот два. Где ракетки? Чё меня так подкидывает все время? А потому что ты на канализации наступаешь, кондиционный люк. Надо ушатать кого-то. А-а-а! Я застрял. Пошлите к NPC, колупают. Помогите! Вытолкните меня! О! Идет? Ну почти. Переехал меня немножко, ну ладно, пойдет. Вот тем мячком за это что. Вот так. А как теперь выехать отсюда? А че, матрасы так высоко подкину? Хотите погнать? Вперед. Я хочу машиной на матрас. Я выкинул сейчас. Так, смотри, от меня молнии. Дал. Только на провода аккуратнее не надо, а то этот прикольный выкуп. Ох, на воздушном шаре летит.
Нет, я нашел быстрое перемещение по городу. Смотрите, как я быстро перемещаюсь. Куда? Где? Это ты на шарике? Уследи, нет, уследи за мной. Так, никнейм, это что, ты на машине? Да я... А, ты на машину зацепился? Да. Тут просто чувак на воздушном шарике по небу летает. Есть такое оружие в магазине. Вот, сейчас я его вынесу. О, я знаю, как туда забраться, ребята! Идите ко мне. Я знаю, как до сундука забраться. Кто бананы кидает? А, с окна там. Идите сюда, ко мне. Стоп, чувак, подожди. Я нашел мачете. Показывай. Как ты туда залез? А, канализационный люк. А, так. А, я понял. О, вот это вытащило. Который на шарике. Запрыгнул. Летает.